продолжаем проходить Fallout 4. Итак, дорогие друзья, мы здесь с вами продолжаем идти по следам Келлога. Дай бог нам помогает псина, слава богу. И он даже порвал штурматрон. Хоть мы с ними еще больно-то и не встречались. Ну что, дружочек? What have we here? Error. System corrupt. I can't feel my legs. Еще бы ты их чувствовал, дружище. И куда нам дали? I've been told the Valentine Detective Agency signs are an eyesore. But they sure bring in the business. Дело, говоришь, Нике? What is it, boy? What are we looking for? Ну? Куда дальше? What have we here? Error. System corrupt. I can't feel Малыш, куда дальше? Тебе что, дать что-то понюхать? Ну? What have we here? Error. System corrupt. I can't feel my legs. Вот. И? Just tell me where Kellogg went, Tin Can. Identity of assailant, Kellogg. We're still on track. Hopefully he's not much further. Ну, я уже пару раз нажимал на автоматрон И. Давай дальше, дружок. Ищи, ищи. Опа, сколько дутней. Неплохо. Конечно, могло бы быть и лучше. О, Радалей. Надо же. Только у него один рог. Несимметрично. Ай-яй-яй. Что ж ты делаешь в Ре со всеми этими существами? Ну и радиация попутно. Что ж она все время разряжается-то у меня? Вроде постоянно заряжаю ее. Но стоит переключиться, и хоп, она снова разряжена. Еще заводится, как древний автомобиль. Ну и куда потом? Куда ты ведешь меня, дружок? Это у нас, похоже, некий форт. Что это? Снова повязка. Блин, главгерой, что с тобой? Ты иногда сквозь калитки проходишь, как так? Вот и вход, и похоже, нам нужно в этот форт как раз. Блин, лампочку не выведешь, жалко. Так, где мы теперь находимся? Автоматы с ядеркой. Ядерко у тебя есть? Не-а, пусто. Какое разочарование. Может, в урне что-то есть? Пробирка с машинка. Хлам. Такое нам не интересно. Песик, куда ты? Форт Хаген. Ага, теперь, похоже, нам придется внутрь пробраться. Как ты там, дружок? Is he in here, boy? I knew dog meat would sniff our man out. Let's you and I take it from here. Give our four-legged friend a break. Окей. Так, все нормально. Everything okay, boy? Don't worry, dog meat. Ну да, ну малыш наш. Так, hey, Нике. There's something you need? Давай какой-чем поменяемся. У тебя коллиматорный пистолет, пулемет, а у меня что? Давай-ка держи ты. Лоткоствольники
институтский пистолет один. Кастет он нам не пригодится. Дробаш оставим. Оптический оставим. Гранаты держи. Прут нам тоже не нужен. Пистолет-пулемет оставим один. Хотя нет. Укрепленный оставим. Хламатрон отдадим. Из одежды отдадим все лишнее. Даже бручальные кольца, смотренник, не потеряй. Нет, так не пойдет. Ники, где у тебя тут был-то? Не, оба обручальных кольца заберем. Отдадим ему хлам. Одежда, помощь. Помощь мы оставим. Или, может быть, воспользуемся потом. Давайте-ка сейчас ему все сбагрим вообще. А потом, что надо, мы возьмем. Главное, оставим. А, больше нести не можешь. Ладно, ничего страшного. Пойдем, Никер. Что это там? Опа! Здрасте! А мы к вам? Ой-ой! На! Ага, вижу. Что, попасть не можешь? Вот так. Как турели могут нас недооценивать или дооценивать? Это было нам неведомо. Используем один стимулятор. Нет, еще один. Вот так. Возможно, можем попасть как-нибудь отсюда. Если спустимся вниз. Коробка пуста. Как на кладбище. Опа-на. Что это тут у нас есть? Крышка, патроны. Нет уж, это нам не надо. Что мы можем сделать? Да вроде бы ничего. Ладно, выходим. Что тут, накололось как следует, да? Поселенка. Наркотики — это зло, смотри мне. Хотя ты и так уже доигралась. Как бы нам сюда проникнуть? Тут ничего нет. Банка, кофейник. Работали себе здесь когда-то, кофе пили. Вдруг ядерная бомба, шарах! И все. Кофе уже не попьешь. Никогда. Кто у нас там? Ага. Ай! Ай-яй! Кто это такой любитель пошвырять у нас гранаты? Может, возможно, попасть как-нибудь отсюда? Катушка силового реле. Тоже ни к чему. Блин, значит, мы должны допереть, как нам попасть внутрь. Ничего у тебя нет, что ты на крыше делал в момент ядерного взрыва? Крышу латал. Может, оттуда как-нибудь попасть? Хотя вроде бы мы там уже были. Па. Это похоже Liberty Prime. По крайней мере, я так думаю, из третьего Fallout'а. Здесь у нас заперто. Окей, обойдем.
Мы хоть патрон подобрали. Кстати, у нас есть что-нибудь в красной ракете здесь? Да нифига у нас нет. Один хлам. Ой. Ведерко, ведерко. Похоже, у этих станций везде одна и та же структура внутри. Ник, пойдем, тут ничего интересного нет. Лед. Видимо, для охлаждения реакторов. Тра-та-та, пустота, какая пустота. Песик, никак не открыть. Может, нам действительно туда вниз спуститься и как-нибудь оттуда вход поискать? Просто какие еще у нас могут быть варианты? Нет, отсюда мы поднимаемся наверх. Там у нас ничего-то и нет. Ой-ой. Да. Служебное помещение. Как бы в тебя проникнуть? Служебное помещение. По бокам пусто везде. Да и тут, по-видимому, тоже. Значит, только если наверху, потому что внизу один голяк. Ну, что ж ты не открываешься? Так, а здесь что у нас? Тоже, по-видимому, глухо. Ну ничего, разберемся. Это как обычно. Эй, бой. Вход замурованный. Come on, boy. Так, нет уж. Ники, стой. Эй, Валентайн. Time to hit the road. О да. Let's head out. Well, all right. It's all right, boy. Так, псину отправим в Sanctuary. Так, ребята, сейчас посмотрю, где у нас находится вход. Нашел, господи боже мой. Короче, бежим туда, обратно, на стоянку. Как это я так проморгал вообще? Спускаемся в самый низ. И вот у нас этот вход. Блин. Вообще не заметил. Как так-то, а? Ну да ладно, ничего. Доберемся мы до Келлога. Куда он от нас денется-то? Chained on the other side. Там нам цепи мешают. А что здесь есть, а? А ну-ка. Не, ерунда. Так, протектрон. Не, я сам. Ник, спасибо. Хотя нет, пожалуй, давай-ка ты. Никки. Ник. Ой. Пока он придет. Плюс сходство 2.
Так. Луис, Луис. Эвейс. Нет, не то. Джордж. Тоже нет. Хопс. Вообще одно. Есть. Последнюю попытку использовали. Активируем единицу. Пожалуйста, попросите всех сотрудников, находящихся рядом с камерой подзаряда, отойти в сторону. Давай, врубайся. Шикарно. Что тут у нас было? Так, по-видимому, это был какой-то музей даже. Вот черт. Здесь есть кое-кто. Не сомневайтесь. На-на-на-на-на. Получай. Ох, сколько вас. Черт. Это из чего ты так палишь? Где вы там? На. Институтский пистолет автоматический. Так, давайте-ка покушаем. Чувствую, нам тут будет весело. Вот так. Выбираем пистолет. Вот сюда. Секретный комплекс Келлога. Но я сейчас покажу и всему этому комплексу, и самому Келлогу. Где вы там? Не, возвращаемся назад. А вот вы откуда палите, да? И не открыть. Понятно. Бурбон, пиво. Кто там у нас? Блин, как бы туда попасть? Так, что тут? Ой-ой! А нога теперь болеть будет. Вот тебя. Что за здоровье, нифига. Идите-ка сюда. Что это он против нас-то? Его что, перепрограммировали там? На! На, козел. Заберем. Кто у нас еще здесь? Так. Лучше оптический. Хочу с этой большой пушечкой походить. Может, это можно как-то взорвать? А, и перезарядка же нужна. Блин. Даже немножко стенка не слетела. Идите сюда. А чуть-чуть он попал все-таки. Еще. Ай-яй. Вот вы откуда палите. Ну где вы там? Иди сюда.
Здесь мы уже тоже были. Ну и лабиринт, Келлог. Так, труба у нас в этом районе. А тут? Нам надо с вами попасть как-то вниз. И как бы нам это сделать? Опа, наверх. Ну что же, го наверх. Присядем. Поищем еще синтов. Ой-ой. Вот так. Заберем патроны. Ник, не мешай. Где они у нас там еще были? Оба такие на карачках ползаем. Тут кто? А тут никого. Да я весь во внимании. Нет, это синт убитый. Батарею заберем. Сканируй, что ты там сканируешь? Да я здесь. Привет. Как дела? Так, с тобой тоже разобрались. А тут что? Тут, видимо, выходить содружество наверх. То есть здесь... Ой, Ник, как ты уже здесь оказался? Ладно, спустимся еще. Так, тут ничего нет. 32 FPS. С чего вдруг? Chained up on the other side. Ну вас в пень. Бахнем один раз. Раз у вас закрыто с другой стороны. Но и давайте в эту сторону. Опа-на. Ай-яй. Вот так. Никто там с турелью сработаться собрался. Зачем-то мы пруд взяли. По инерции. Now, if it isn't my old friend, the frozen TV dinner. Last time we met, you were cozying up to the TV in apple cobbler. Ой-ё. Дуга Тесла, значит. Попьем очищенной водички. Стейк с собачатиной. Как тебя отрубить-то? Ну ладно, урона получили совсем чуть-чуть. Зараза. Блин.
можно еще раз. Ай! Он же легкий. Есть. Yes. О, дробаш. Сойдет. Это того стоило. Повалим-ка мы их из дробовика. Кого вы там заметили, дружище? На! Идем дальше. Вот, сейчас черта с два я уберусь, понял? Так, прогружается у нас следующая локация. Бедняги тут, как в свечении в Марипозе, не спаслись. Опс. Давайте-ка вас поснимаем с оптики. На! Давайте сюда! Надо было раньше стрелять. Так, у тебя прут. А у вас там еще что? У меня есть прут, а у вас? А у нас в квартире газ. Еще перезарядимся. Look, you're pissed off. I get it. I do. But whatever you hope to accomplish in here, it's not gonna go your way. Раз мы с нами разговариваем, то мы правильно идем. Терминал. Security's too good. Hey. Hacking this is beyond me. Think you can unlock that terminal? Ну-ка, Ники. Ник, куда ты убежал? Сделай милость, открой-ка нам. Есть. Ну как там? Есть, у него получилось. Правда, опыт получает он, а не мы. Но со сложным мы пока не можем тягаться. Заодно турели отключим хотя бы. Выходим. И дальше нам сюда. Что у нас в этой дверце? Там толчок, не. На него мы время свое драгоценное тратить не будем. На. Что здесь есть? Шняга шнягой. О, Ники, уже ты уже там. Ерунда здесь. Дальше бежим. You got guts and determination. It's admirable. But you are in over your head in ways you can't possibly comprehend. Срочно похавать. Да. За гранью моего понимания, да? Stop. Turn around and leave. You have that option. Что, гад, боишься нас? No way I'm cracking this. Hey. What's the plan? Can't break the code.
Но? Security's too tight. See what you can do. Ники, попробуй. Ник опять где-то ходит. Yikes. This is some high-grade encryption. Перезарядимся. Давайте сделаем вот так. Так. Оптику на данный момент на один. Ой. Оптика. Вот. Потом, что у нас там еще есть? Удвоение урона от физических попаданий. Двустволка у нас будет на втором. И гладкоствольник на третьем. Нет, гладкоствольник пусть будет на первом. А оптика будет на третьем. Вот так. Ну а продолжим мы уже в следующей серии. Не забывайте ставить палец вверх и подписаться, а также поделитесь этим видео с вашими друзьями. Спасибо за просмотр, с вами был Алекс Фрай. Всем бай-бай, друзья! Также рекомендую нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о всех моих новых видео, выходящих на канале. Ведь никто из нас не хочет пропускать новую серию или совершенно новый летсплей какой-нибудь новой игры. А пока представляю вашему вниманию самое подходящее и новейшее видео. Увидимся там, дорогие друзья!